перестройка? Они, в принципе, воровские законы, они очень простые. Не предавать, не сотрудничать с администрацией, не обременять себя семьей, не заниматься активным бизнесом, а лучше контролировать, крышевать бизнес. Ну, если это из новых таких. И воспитывать смену постоянно, чтобы были новые пополнения, которые бы продолжало дело воровское. Ну, на самом деле очень простые. Как в Италии закон вендетты и амерты. Если ты вендетта, это отомстить, если тебе против тебя, а амерта, закон, если развязал язык, значит, у тебя смерть. Ну, здесь фактически то же самое. Вот в начале 90-х.